Сразу следует отметить полные наборы на все формы обучения в областные медицинские колледжи, музыкальный колледж «Ширмы», стабильно востребованы строительные специальности в сфере гражданского строительства. В Барановичах и Кобрине самое большое количество заявлений подано на специальности швеи, парикмахера-плиточника. По полной отстрелялся колледж связи. Нет каких-либо трудностей с набором в другие областные СУЗы. Бюджетные и платные отделения заполнены, но есть одно «но» – недобор на платное заочное обучение, и проблема не в том, что не хотят, а в том, что у желающих нет сертификата тестирования. Но есть и те средние специальные учебные заведения, которые продолжают наборы студентов. В Брестский колледж приборостроения документы все еще принимаются. Популярностью пользуются специальности электромонтер и электромонтажник, а также наладчик технологического оборудования. Набор, в принципе, идет до 20 числа включительно. Это специальности уровня профессионально-технического образования. Но есть такая опаска, что еще и после 20 числа необходимо будет продлевать набор, поскольку на такие профессии, как слесарь-ремонтник, слесарь механосборочных работ, токарь, страховой агент, еще группы, ну, не скомплектованы на данный момент. Вот. Поэтому вот эти вот профессии мы будем продолжать набор, по мере укомплектования будем закрывать вот этот набор. Совет для абитуриентов, которые сегодня не знают, как и где себя применить. Подавайте документы в колледж приборостроения. Та профессия, которую вы приобретете, пригодится вам в последующей жизни. С колледжа всегда легче поступать в высшее учебное заведение, а значит, вы будете в выигрыше. По уровню среднеспециального образования, это и дневное обучение, и заочное обучение, группы уже скомплектованы, набор завершен, и на данный момент уже есть приказ о зачислении абитуриентов на второй уровень. Вот. По профессиям уровня ПТО, что называется, милости просим, еще идет набор, профессии хорошие, важно быть профессионалом в этой профессии, в той или иной, и уже, соответственно, дальше отдача не заставит себя ждать. Время для самоопределения у вас еще есть. Номер приемной комиссии Брестского колледжа приборостроения 46 14 98.